если то Астон, я провокую его. Ты обещала контролировать. Сейчас я просил тебя покануть с чуваками, не шутить, просил тебя. Я сейчас тебе говорю, мне это неприятно, мне это неприятно. Мне неприятно, что ты пошутил надо мной. У нас про твои шутки я шла, не про мои. Я тебе говорил, я тебя просил, ты обещал это делать. У меня не получилось. Значит, плохо старалась. Ну, получается так. Ты же понимаешь, что если это будет конец, то это будет конец. Ты для себя даешь отчет, что как бы, ну, я не собираюсь туда-сюда бегать. Зачем ты говоришь, не иди собирай. Тебе проще со мной расстаться, чем проработать это в себе. Но я не могу это исправить в себе. Или не хочешь. Можно исправить себе все, что угодно, если захотеть. Не знаю, не контролирую, не умеете. Контролируешь? Может, ты не хочу. Может, не хочу. А, не хочешь? Значит, тебе эти шутки дороже. Может быть, раз у меня не получается это исправить. Знаешь, что у тебя? Вот Барзику было в отношении дискомфорта, он ушел. Настя, если дискомфортно, ушла бы тоже. Подожди.